На Леониде. Да ладно, а чё он без пати? Импы прозрели, поняли, что он нищий. Не беру. Странно. Ну давай, они по-любому будут стоять, никуда не пойдут. Давай постреляешь немножко. Смотри, сколько у них германиков. Раз, два, три, Пойдут 4, в 5, 6, Германию. 7. Ну вот, как раз мы, значит, правильно взяли пати, все. Собрали. Надо всем написать, чтобы бефлись. Оставим на Жалко, Егор вышке не и наконелок. строишь. Чем? Жалко, Егор не на конелуков. А друг на чем? Да, вот хрен. На какую сторону-то встаем? Мы... Я шестерку взял, я там, наверное, закемпируюсь здесь. А, у нас рута даже, отлично. Так я о чем и говорю? В этом узком месте. Я сложнее будет достать. Я тогда, импер, к тебе отряд кину. Фонарик у нас есть, ништяк. Мы нормально пати подобрали. Что, тебе кровать подвинуть? Сейчас, 27 минут что-то определилось, не в курсе не. Что? 27-го же какое-то сборище. Да. Ну вон эти четверо вместе, наверное, будут играть. Так, я тут. Давай, стругай. Ни хорроров ведь нет, да? Походу очень много пехоты. Ну у них 6 этих самых германиков. Конечно, много. Много корма, да, нас хозяин. Ну они враж, походу, нет? Нет. Да, ну ты чё? Иду. Два импера уже стрелять надо. Ну и так хорошо встали. Да, он тебе пишет уже, типа. Да не туда ж ты стреляешь, ты по центру стреляй. Я стреляю по центру. А чё у тебя не развернулись они? У них баллистов по мне шмаляют. Или по имперу. Боулинг. Очень хорошо. Боулинг, да. Имперор, старайся вначале ударять по генеральскому отряду. Германия без беженца, это не Германия. А ты туда же выстрелил, что ли? Они же убегать начали. Пинг. Куда ты не достреливаешь, да? Что-то мешает-то. На все 1200. А вот сюда, вот сюда положить. Ползу. Можешь? Можешь сюда положить? Попробуй. Давай. Что ты мне показываешь? У меня же все остальное. Перезаряжается? Нет? Нет. Вон он по нашим этим. Пельтас с баллисты шмаляет. А где баллисты? Где-то справа. Кто? Здесь вот. Предположительно. Что-то они не спешат идти, да? Они опять там огонь тестят. По-любому. На германика. Блин, наши там немножечко, конечно. Поршать наши не давить будут. Слева, думаешь, давить будут? По-любому, вон, видишь, уже побежали. Ой-ой-ой. Ну я поближе попробую подойти, что там делать. Импера, ты можешь туда накинуть? Куда? Ну, где гасится на мосту. Да. Ну подожди пока. Где-нибудь в тыл он кидай. В эту кучу? Не, в кучу не надо, в наших же
За них, чтобы скатывались вон на них. Вон он, я светанул. А, вон бежит один, видишь еще? Вся толпа там. Кидай, вот заборчики ломаются вот здесь. Слишком сильно за ты закинул. Прям плотничком надо закидать. Вот кидай по вот этому, которого светит, вот этот. Он справа еще бегает. Вон еще драгон идет, смотри, он вообще идет. Смотри, вот сюда прям кидай, сюда, первый. Видишь? Вот сюда. Ну они уже слились там почти. Кто, наши? Сейчас. Накидывай. Очень хорошо. Накидывай дальше вон туда, там вообще толпа наш слился уже. Сунзу Барс, вот этот слился уже, туда кидай прям в него. И чуть правее. Ну мы и по людям, и по очкам уже сливаем. Сливаем? Угу. Нет, мы выигрываем по очкам. Вот теперь выигрываем, надо залпы сливать. Сейчас мы с хозяином пойдем и отутюжим там все. Баллиста. Че баллист? Стреляет. А че ты хозяин не сказал, что ты уже пошел в атаку? Я же за Римом пошел. Тогда ешь. Баллиста, мне кажется, будет. Вон импера, стреляй по центру, там бегут, видят. Стреляй. Варги. Баллиста потешь, мля. Я вижу. Я отойду, наверное, за камешек и за другой камешек. И выйду из угла, пока. Все равно время есть. Так, слушай, а у нас база открытая, да? Ну, в принципе, импера собьет, если что, да, наверное. Луки бегут. Я свалю, хозяин, может отойдет. Хозяин, ты что там умираешь бесплатно? Я в этот тестуда встал. Копор сейчас тебя примет. Сейчас мне как раз в меня эти обстреляют. Сейчас тебя копора как примет. Боишься? Вон император, там луки всякое говно бегают. Залепи. Просто куча. Кучная. Блин, в атаку пошли. Импера, вот сюда давай, газом, по Леониду. Сейчас дам. Блин, сейчас перестреляются. Давай сюда быстрее, пока он держится. Варп, а так. О. Блин, они по мне целенаправленно шмаляют. Вот сюда давай, император, луки.
сейчас бьем. Бьем, вот. Бля, трапа какой-то инвалид. Пробуйте, прощай забрать, мне бесит уже. Ты импера накидывай в эту, в круг. Я накидываю. По своим, по чужим. По вам что ли? Не, я про лучников. Ну, вот и убегают, точнее как чонки поставил. Ну ладно, нормально, ровный местность. И полчаса поливали. Вот имбера, 5 косарей на импах набил. Красавчик. Да. А, блин, вас убили, нам пропало. Опора 2700 рекорд. Не, там Орлев скайп пишет, блин, написывает. Кто? Орле. Смотри, Имперер, тут идет этот желающий. Наперед ему кидай. Судус какой-то вообще странный. Что за кава там ко мне идет? За Эксодусом гоняет кто-то, да? Нет? Ну так мы грамотно сетап-то подобрали, да? А ты не хочешь? Мне кажется, мы в любом сетапом тут справились. Не, ну просто Имперер этого арту такой еще удивился. Ну, я давно не играл на арте. Ой, он десту, он десту достал. Я же на инженерах играл, потом баллист прочил. Ну вот. Вот этот чел, короче, варгеймер Лео встал в тестуда. Кидай ему наперед. А он же бежит. Ну он в этой, в тестуде. В этой, ну ты понял. Такующий. Да. Видишь, тебя уже все сигнализируют. У тебя что-то перезарядка там идет? Вперед. Да. А вот он, дефенс встал из туда. Вроде нет. А, слушай, он бежал в дефенс из студии. Прикинь.
А, ну я не всё, стреляю. Всё, да, там еще на базе он не добит. Он Нигамантой сейчас грабит. Хозяин еще целый отряд. Доблестно защищавший артиллерию. Я, кстати, слил. Кстати, императора убивает. Смотри, 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 смотри. Чё ты там слил? Все нормально, ты собрал. Я на ту сторону смотрел, прозевал. Минагли. А что Минагли? Ну, он императора с его пачкой. А где он? На арте. Нет, этот, Минакли где? Ну все, съел император. А на чем он был? Да там, 3 копейщика прибежал. Прикольно. Кстати, не убил ни одной арты. Ну, если 3 копейщика, как бы он убил? Ну, 5 косарей запуск кушал. У меня было 2700, что-то такое. Неуловимый Джо нам пишет, типа, придите и возьмите меня.